Я считаю, что у нас одна из самых больших проблем – это командиры уровня комбат, замкомбата, начтаба батальона, комбриг, замкомбрига, начтаба бригады. То есть вот уровень майор-подполковник, не все, далеко не все, слава богу. И слава богу, есть ну просто великолепные исключения, но очень часто, будем так говорить, не скажу в процентном соотношении, но достаточно часто, я не знаю почему, но у многих все почему-то хотят где-то устроить какой-то мини-Сталинград. То есть вместо того, чтобы подумать, как и что, как лучше спланировать, как лучше зайти, может действительно сейчас лучше подождать, может где-то сделать два шага назад, чтобы потом сделать 10 шагов вперед. Нет. Вперед, 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 Вступаю. в тупую, и техники нет, брони нет, поддержки особой нет, ничего нет, поэтому пацаны идут. Особенно это касается какого-то пережитка старого, я не понимаю почему. Сейчас понятно, никто реформировать это не будет. У нас есть такая система, там стрелецкие батальоны внутри бригады. Это еще с Совдепа идет. Так вот, эти стрелецкие батальоны, они не имеют ничего, кроме стрелкового оружия, сами по себе. Вот в бригаде могут быть прикрепленные батальоны, механизированные, у которых все свое. И есть стрелецкие батальоны, линейные, внутри бригады. Вот у них только автоматики и винтовочки. Для того, чтобы им идти на штурм, им надо у комбрига, чтобы комбриг одобрил, дал им там танчик, или БЭХу, или БТР, или поддержку арты, или чего-то еще. Но если, допустим, батальонов несколько сразу выходит на несколько позиций, а техники не хватает, то, соответственно, какой-то батальон или какая-то рота из этого батальона опять-таки пойдет на штурм достаточно серьезных укрепленных районов, просто с автоматиками, с гранатиками, в лучшем случае с РПГ и с чем-то еще, там, с пулеметиками. Вот на этом все закончится. И это продолжается и сейчас. Да. К сожалению, да. Кем менять этих людей? Есть видение ли у вас? Давайте так. Я имею в виду комбатов, комбрига, вот это все майорское, подполковника, подполковничество. При этом я встречал достаточно много нормальных людей, которые добровольцами пришли. Они отвоевали в АТО, они были командирами там, потом ушли в мирную жизнь, сейчас вернулись на фронт. Но у них звание там младший лейтенант, лейтенант. То есть они командуют ротами, отдельными ротами, небольшими маленькими подразделениями. Вот когда сидишь с ними за столом, ну чувствуешь, что они говорят правильные вещи. И они за каждого бойца переживают. И они бойца в какую-то там херню просто так не отправят, лишь бы для выполнения приказа. Но для того, чтобы он стал этот человек там комбатом или замкомбата, ему нужно получить хотя бы какое-то звание по штатке. И потом он может Нужно стать продвинуться майором. туда. Ну, майором, капитаном можно стать на Капитан. самом деле. Не, могут там исключения есть. Есть капитаны, которые, опять-таки, это командиры этих линейных стрелковых батальонов, есть капитаны. Ну, обычно это где-то в районе майора, плюс-минус. Вот. Поэтому на уровне рот очень много ротные пытаются спасти своих пацанов и пытаются правильно вести бои. На уровне вот комбата тебе поставили задачу. Тебе нужно взять вот эту вот высотку. Все. Вот давай, расписали, все встретились, командиры рот, мы также как спецподразделение, они нам рассказывают, как надо родину любить, как атаковать, мы смотрим, говорим, так, а мы не дойдем туда. Вот, мы тупо не дойдем. У нас, допустим, сейчас, в последнее время, до точки стрелкового боя и штурма нам надо пройти 7 километров по одной тропе. Плюс 35, ты с собой берешь БК, еду, броники, шлем и так далее, и по одной тропе. А посадки уже внутри, вокруг все вырублены. То есть и каждый метр там пристреливается. И вот эти 7 километров, иногда люди идут сутками и не доходят, возвращаются назад, просто дойти не могут. Когда мы говорим, подожди, давай сделаем по-другому. Давай вот здесь отработай торта, здесь минометы, тут там, ну мы там свой план нарисовали, а мы зайдем вот так. Ну, все же понимают, что не будет ни арты, ни минометов, ничего. Как бы. Вот поэтому, парни, давайте. И уже, честно говоря, есть такой очень жесткий, дурной, черный солдатский юмор просто. Я, опять-таки, не хочу никого из отцов-командиров обидеть, но, как мы говорим,
Чтобы списать подбитый танчик, надо написать примерно где-то 200 разных рапортов в 4 экземплярах. А если погиб человек, то там всего несколько бумажек надо написать.